Привет, друзья! Добро пожаловать! Меня зовут Джонни. Мы с вами продолжаем проходить инди-игру «Сказка Акензера» САУ. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так как, скажем, африканский принц Персии. Продолжаем. Так. Куда это нам надо топать? Вообще самое начало, можно сказать. По идее, мы можем переместиться, чтобы нам не тащиться хрен знает куда. Вообще сюда вон. Ну, сейчас найдем что-нибудь. Типа... Так, а погоди, что? Молоточек, да? Какое-то дерево. Еще даже не активированное. Так, ну давайте попробуем активировать. На прошлом стриме с вами, когда играли, мы с вами прошли босса. Такой тоже интересный, какая-то птичка непонятная. Так, а, хотя погоди, мы можем же переместиться, да? Да, точно. Вот, то, что сейчас сделаем. Почему бы и нет? Тут у нас ничего поблизости нету. Мне кажется, что здесь далековато. Здесь, наверное, будет быстрее, если оттуда идти быстренько сюда. Чем здесь подниматься, вот так вот делать. Да. Давайте сюда. Ну и как чё? Вот. Ясненько. Так, хорошо. Нет, немножко нам сюда надо подняться. И немного туда. Угу. Вот так. Все верно, погнали. Да, я помню такое дело. Я помню хорошо. Блин. Не, блин, да, я хотел попробовать тоже. Вот так вот. Так, погоди, мы что-то немного отклонились от темы-то. Что-то вообще не туда пошли. Ну да, что-то мы как-то странно. Туда все правильно, да. Не помню, чтобы мы здесь были. Может быть, не были, наверное. Да, все правильно.
Вроде были, а вроде и не были. Какие-то места, можно сказать, какие-то не новые. Так, старямпик. Куда нам? Сюда. Угу. Здесь что-то где-то что-то должно быть. Да, вот сюда. Просто отмечено так, кому-то мы ее не активировали. Ну ладно. Так. Look into the wise eyes of Kalunga to find you. О, там Рафики живет, вон там вдалеке. The statue. It weeps, Lyanna. I made her like me. These are tears of joy, Zao. Of release, not of sorrow. You did what was needed, what many could not. Responsibility comes to us when we want it least, but need it most. Did you know Mpundulu well before this? Yes. She was a true guardian of the skies. Calm like the passing wind, giving like the bountiful rain. But every sky has its clouds. Mpundulu was no different. Love and care cannot exist without passion, fury. I think I understand that. My Baba, he would often flip between soft and stern. It gave me a headache. That is the way of the provider. Lyanna now must find that balance. The skies will demand it from her. When we want it least but need it most, right? Now you are learning. Ну так, значит, идем дальше. Каску, куда нам было недоступно. The path to Kivuli
the dense woodlands of Kenzera. It is here that the great spirit of nature dances. I've been here before, though there is something off about it. The air is thick with sickness, as though the balance... Вообще, в принципе, надо прыгнуть туда. The forest has been... Ну, как бы можем так обойти, но смысла нам нету. And they must surely be connected. Find the great spirit so we may heal this malady. Вот куда мы не могли. Ну да, вот как раз. Погоди, а здесь-то тоже какой-то же путь есть, правильно? Вот так могли делать и пошли, могли все равно пойти отсюда. Странно, странно. Просто то, что нам, ну, по-любому же нам эта карта открылась. То есть здесь мы могли идти. Ну ладно, пока. Ever sacred, yet ever silent. Холодный, да, гад. Защита, холод. Вот такой. You're missing something. Let us return to this when we are better prepared. Нет. Знаешь, тут как-то что-то открывать надо будет его. Тихо ты, брат. Ни хрена. Вот так вот это надо делать. Иди отсюда. Ай, ё-ма. Тут стоп. Достаточно просто скинуть. Вот это удар. Вообще огонь. Так, там что-то, скорее всего, есть. Давай посмотрим, что там. Ага. Просто короткий путь. Да. Угу. Окей. Блин. О! Есть.
Так, у нас, в принципе, есть что для прокачки, наверное, да? Окей, ладно. Ни хрена себе. Двойную страну защиты, охренеть. These are no ordinary snakes, Namibs. Baba would say that Namibs were the creation of a great world-devouring beast. Your Baba had the Grial's gift. For better and for worse. Так, ясно, ясно. Костерчик. Хорош. Ого, это что такое? Приехали, приплыли. А, ну болото. Да какого хрена, Алёшка? Дед сюда. Типа шо. Блин. Все. Порубился, Алёшек. А, чё? Так, начинается. Интересная темка. Ага. Так, и что у нас получается? The gripping coil of this snake never failed. Хитро. М
Интересно здесь почему. Ладно. Ох ты, блин. Нормально так прилетело. Вот ты охренела. Алёшек. Да нет. Нет, что того скинуть сам себе. Так, у нас пока ничего такого нету. Поэтому ставим. Так. Ой. Блин. Хорош. Какой-то нам открыли навык. Интересно, интересно. Ладно. I've seen this before. Shamans drink it. Может быть, скорее всего, это что-то нам понадобится. Для открытия двери, может быть. Yes. You are lucky, Zhao. This power in the wrong hands would be disastrous. Today it has found you are a shaman of Kinzera. Use this power how the others would have wanted. For good, for greatness. Да, хорошо. Пойди, пошел. Давайте валить, Алюшки. Спасибо. Да блин, дай ты хоть мне развернуться как-то, я не знаю. Твоя защита сейчас будет сломлена. Сейчас, погоди, погоди. Да ты как так? Да ты гонишь меня. Блин,
Блин, защита у него не ломается. Один остался. Ну, да, с одним полегче будет теперь. Ну давай. Ага, я понял. Тихо, брат. Братан. Так, либо... Нет. Скорее всего, даже, наверное. Устанавливается, не время. Блин, ну как этот? Ну только так валит, ну. Такой, да, сложновато уже пошли. Сильные враги. Так, ой. Another obstruction to hinder the afflicted. Humans strange. Half of the bridge is broken. We will get to Kivuli once we lower this bridge. Let us begin. Так, окей. Ну-ка давайте сейчас здесь обойдем кучу, посмотрим, что у нас здесь есть. Да, блин. Не успели. Какого хрена ты, блядь, делаешь, дебил? Бля, ты меня задолбал. И чё там?
Закрыли, закрыли. Так, а что у нас получается? Туда куда-то выход какой-то. Там по-любому что-то есть. Ты задолбал, ей-богу. Бля, бесит. Это еще за войнушка? Ах ты козел. Браток, иди сюда. Это уже серьезно. А, ну вот, в принципе, что и надо было все равно делать. Ясно. Какой-то мужичок. О, у нас новая локация. Ни хрена себе там. Хорош. That is a Kivulian distress signal. You are certain? Most certain. We should follow the sound. Ну, тут придется нам побегать нормально. I did not hear a horn. Regardless, it is dangerous to seek the sound of strangers. We found Liana, and that worked out well for us. If anyone is still here, we should do our best to help them. Так, хорошо. Так, давайте, ребята, на этом моменте мы закончим сегодняшнюю серию. Спасибо за просмотр, за лайки, за поддержку. Очень приятно. Увидимся с вами на следующем стриме. Всем пока-пока.